В доме жизни нет, а вокруг него есть. Собственники квартир собрались во дворе своего аварийного дома, который были вынуждены покинуть больше года назад. Весь 2018 они провели на съемных квартирах, которые оплачивала городская власть. В новом году компенсацию за найм жилья собственники еще не получили. И вполне ожидаемо начали беспокоиться. Официального документа никакого нет, но на словах в администрации советских говорят, что якобы нет финансирования. Кто-то уже со своими хозяевами квартир договорился как-то подождать. Кто-то идет навстречу, но многие уже говорят, что ждать никто не будет, и люди практически выгоняют, остаются на улице. По мировому соглашению горадминистрация оплачивает съемное жилье членов ТСЖ на Ломоносова, а они, в свою очередь, не въезжают в аварийный дом. Хозяйки, естественно, я уже заплатила всю сумму. Хорошо, месяц-два я могу на пенсию прожить. Остальное время у меня денег нет, и у меня безвыходная ситуация. Я буду заезжать в этот дом. Алексей Михеев и его соседка Елена показывают, как изменился их четвертый подъезд за зиму. Все мы пытались заделывать. Щели были вот в палец толщиной. Она была, ну, миллиметр, сейчас уже до сантиметра доходит. Сегодня стало известно, что как минимум одна проблема жильцов многострадального дома решена. Как нам сообщили в правительстве Нижегородской области, со ссылкой на Министерство финансов уже готовится распоряжение о выделении средств на оплату съема жилья для жильцов расселенного аварийного дома. В свою очередь в администрации города сообщили, что здесь сейчас решается вопрос о выделении денежных средств из Федерального фонда администрации на обследование технического состояния строительных конструкций аварийного дома. Для этого будет привлечена специализированная организация. Она определит фактическое состояние и целесообразность проведения работ по его реконструкции. Александр Шеломцев, Владимир Гайдай. Время новостей.